Приветствую на своем канале любителям извращенного, как он там, АСМР в исполнении меня. Я решила попить какао. Мне холодно, я мерзну, я болею. Тут шарфик, шмотка и вообще халат. И если это видео вызовет у кого-то странную боль в области нижнего полушария мозга, то извиняйте. Не понимаю я вашего АСМР. А вот какао очень даже понимаю. Говорят, где-то в Китае или в Азии, года два назад я это слышала, некоторые люди едят на камеру, а я пью какао. Кто-то сомневался в наличии у меня зеркала. Я тут прервалась, Децл. Не получается у меня медленно говорить. Так, медленно. Чтоб всем было медленно. И плавные движения. В общем, прервалась я тут с Децл, дабы чашку помыть. А потом напомадилась вот этим блеском. Аленка этот ужас вряд ли смотрит, посему привета ей не будет. В общем, затарилась я сегодня в пятерке, которая открылась у нас на месте ресторана «Лады» и попутно ночного клуба. Впервые я сегодня туда зашла. Попалась мне некоторая женщина, тетенька, сказала: вот, смотрите, вот здесь, в правом углу, у них вечно какая-то распродажа с хорошими сроками годности. И ухватила я за 70 рупий конфетки со сроком. Вот. Кстати, они шевелятся. Специально ухватила, чтобы вам пошуршать. Правда, по-моему, они не шуршат. Сейчас я их буду вскрывать. Чем-то пахнут.
Вот, она оторвалась. Не умею ее красиво коробочки вскрывать. Только хотела пошутить, чем пахнет. Ткнем или бросом. Я думаю, коробочка не рассчитывала на такие зверства с ней совершаемые. Весенняя коллекция. Набор конфет. Ореховая ассорти. Искренние поздравления, сердечные пожелания. Звуки почему-то только этим пальцем извлекаются, а этот ни хрена ничего делать не хочет. Самарский кондитер. Ну и как это называется, по-вашему? Конфет всего ничего. Не то чтобы половина коробочки. Там в лучшем случае 1/3. Черная камелия. Вторая камелия. Ореховый каприз. Самарская фабрика. Кстати, это тоже самарская. Грильяжная сказка. А так похоже. Кажется, что одинаковые. Вторая ореховая капризюля. Грильяжная сказка. Только мне кажется, или это похоже на конфетку Белочка по упаковке. Самара. Еще одна сказка. Третья. Четвертая сказка. Вторая Самара. Еще одна камелия. Вечерняя Самара. А,
Они все были вечерними Самарами. И что у нас в итоге? 4 плюс 2. 6? В общем, 12 конфет. 12 конфет вот в такой коробочке. Куда они бумагу переводят, а? То бишь, растут деревья, их срубают, чтобы какие-то редиски сделали коробочку, и при этом только на одну треть засыпали туда конфеты. Делали бы более маленькую коробочку. Или посадили бы... Смотрите, звуки какие-то были только что. Посадили бы дерево, как и фрашевцы делают. Хотя я не очень-то верю в то, что и фрашевцы сажают деревья. Я поняла, почему я не догоняю ваш АСМР. Или как его там. Я все звуки воспринимаю как музыку. И стопудово я снова пальцем в небо относительно снятия этого видео насчет плавного говорения с рукомаханием. Не судьба мне это просечь. Простите меня. Двойное соблазнение. Почти как двойное дно. Мелодия любви. Конфеты ассорти. Искренние поздравления и сердечные пожелания. Да, слегка по картинке различаются. Не поверите, практически полная коробочка. В чем прикол? Интересно знать. Упала конфетка. Интересно, у меня получится плавно за ней наклониться, да так, чтобы вы ужаснулись моим жутким бардаком сзади. Я на днях в чае разбиралась.
надо. Второй. Третий. Четыре. Пять. Шесть. И семь. И восемь. А дальше у нас монитор потух. Красный один. Красный второй. С чем оно у нас тут? Молочная карамель и нуга с малиной. Молочная карамель и нуга со вкусом ванили. Третий. Четвертый. И еще три вот таких. С черной смородиной. Кто помнит, сколько у нас было? Я не помню. Три. Пять. Семь. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Ладно. С расчетом на то, что нуга все же легче грильяжа. Ну, тогда делали бы как-то полторы коробочки. Иначе зачем тратить столько бумаги? Еще я сегодня купила некое какао в той же пятерке. Ну, у меня вообще есть какао, но я его увидела. Я была в состоянии полутрупа и, наверное, слегка голодная. Нельзя ходить слегка голодной, вообще голодной в магазин. Не советую. Купите какую-нибудь хрень. Готовим за секунду, говорит нам этикетка, то бишь упаковка. Какао, напиток, растворимый, десерт, Дэви Марка. Может быть, после видео попробовать и его. У меня молоко до сегодняшнего дня сроком годности остается. Надо его, наверное, утилизировать. Не порвать мне его лапками. Кстати, какао начинает пахнуть. Ничего такого.
последнее чудо техники, что я хотела сегодня вам показать, это 1/2 заказа сезона. 2/2 это гамак. Я его не распаковывала, дабы обратно не запаковывать. А это вполне шуршащая хренотень. Целый килограмм прозрачной мыльной основы за 344 рубля по скидке из-за вот этой вот хрени портной. Всю жизнь хотела попробовать купить что-нибудь уцененное в Озоне. Надеюсь, вы не оглохнете. Ни разу в такой коробочке не брала основу. У меня еще одна коробочка жила. Правда, она уже пустая. А у меня вот не получается со звуком вот так делать, никогда не получается.